Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Alcatel 3V. И сейчас я покажу вам, как выполнить полный сброс абсолютно всех данных с этого устройства, используя стандартное приложение настроек. Вначале нужно зайти в приложение настройки, а затем спуститься в самый низ и открыть самый последний пункт. После этого нажать на кнопку «Параметры сброса», после этого нажать на кнопку «Сброс настроек». Это самый последний аккаунт. Затем мы видим, что сотрутся абсолютно все пользовательские данные, и нажимаем «Сбросить настройки», «Удалить все». Если у вас был пароль, телефон потребует у вас его подтвердить. Если не было, у вас сразу же, без подтверждения пароля, начнется сброс абсолютно всех данных с устройства. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.